Если я не ошибаюсь, мы не закончили историю о великане Бергельмире. Знаешь что? Я попозже расскажу. Попадет под удар. Так, о чем еще мы говорили? В тот раз в лодке ты начал рассказывать историю. Мы начали историю о великане Бергельмире. А, да, я помню его алтарь. Там все смотрелось повеселее, чем у других. В целом. Все началось в океане крови. Наконец-то интересная история. Если помнишь, Эмир, первый великан, был заколот копьем Одина. Все начинается в его крови. Волшебные внутренности Эмира вырвались наружу с таким напором, что чуть не потопили все. Йотуны были не готовы к тому, что их всех смоет бесконечным потоком. Не только Эмир, но и все великаны могли быть разом уничтожены. И так Один должен был одержать победу. В другой раз продолжим.
Башня поглотила камень единства, а я бы хотела еще полетать. Да, надо же, какая жалость. И все-таки, как Один раньше нас узнал, что мы направляемся в дело? Один очень умен, а считает себя еще умнее. И он собирает пророчества. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ всеведущего и всевидящего Бога. Но главное — власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыши. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что не важно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав. Go!
Приготовься! Сложно. Готов! Держать!
тяжелый бой. Что это было рядом с маминым садом. Неудивительно, что мы не могли туда попасть. Еще тебе сказал змей. Похоже, это важно. Да так, он просто сказал, что мальчик как будто ему знаком. Я? Может. О, я согласен, если только, например, он не говорит о будущем. По легендам, во время Рагнарёка Йормунганд и Тор сойдутся в бою, и тогда древо жизни содрогнется и, расколовшись, извергнет змея в прошлое, туда, где он еще не родился. Что? Это просто бред. Ну, я не хотел никого пугать.
Вот и все. Пойди сюда. Ладно. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Трей, за мной! Уже иду!
Атрей, ко мне! Я иду, иду! Отлично! Ко мне! Yeah.
Один так хочет найти путь в Йотунхейм? Он верит, что великаны способны изменить предначертанное ему во время Рагнарёка. Ведь они старейшие враги асов, и это их армии суждено победить. Но еще сильнее его влечет их дар провидения. Он хочет знать то, что знают они, и видеть то, что они видят. О, скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости. Каких бед? А, как-нибудь расскажу, за что его прозвали владыкой висельников. Почему владыка висельников? Это прозвище – скромное свидетельство того, насколько у Одина пытливый ум. Он как-то был мертв 9 дней, повесился на ветке Игдрасиля, проколол себе бок собственным копьем и истек кровью в колодец судьбы. Он бродил по царству мертвых и выпытывал у мирового древа его тайны, пока не достал древа настолько, что был послан обратно в мир живых. Говорю же, чокнутый. Пойму, Один хочет предотвратить Рагнарёк, но змей уже был там и видел битву. Разве не считается, что Один уже проиграл? Судьба штука хитрая, и Одину хватает самомнения пытаться ее использовать. Судьба – очередная выдумка богов. Нет ничего такого, что нельзя переписать. Вот тут, брат, вы с всеотцом сходитесь. Даже если ему не удастся предотвратить Рагнарёк, он надеется узнать столько, чтобы изменить исход битвы. Напомни рассказать о волках.